сирен возвестил. В городе что-то случилось. Однако тревога оказалась учебной. 20 марта в Иванове и области состоялась комплексная техническая проверка системы оповещения. Пожароопасный сезон не за горами, и готовиться к нему нужно заранее. Одновременно с проверкой сирен было проведено оповещение руководящего состава муниципалитетов региона. Результаты технической проверки станут известны в пятницу. Выявленные неисправности обязательно устранят. Мы заблаговременно оповещали население о проведении этой тренировки. Не было множества звонков испуганных людей. То есть люди как бы звонили, но это количество было гораздо меньше, чем было. У нас были такие случаи, когда люди звонили часто, когда без предупреждения происходили запуск этих систем. Ну, а пока информация о том, что где-то что-то неисправно, она у нас отсутствует.